Подписывайтесь на мой канал, а также не забудьте нажать на вот этот вот колокольчик. Если вы на него нажмете, то вам будут переходить уведомления о всех моих новых роликах и о новых стримах. Всем привет, ребятки! Давненько на наших каналах не было самолетиков, так что мы решили сегодня записать офигительнейшую угарную самолетную погоню за уже всеми вами известным роботом Сталиным. Да, всем здорово, ребят. Ты наши имена не назвал. Ну, кстати, да, как обычно. Также что называть? Вас и так уже все знают. Неправда. Мега Джампа сегодня со мной, Сергей РЗ. Все, я начинаю. Дайте мне разогнаться, взлетайте, давайте. Может, давно взлетели. Я огромный. Взлетаю. По мне, думаю, будет очень легко попасть. Ты огромный. Правила, как обычно, очень простые. А нужно мне проехать один круг и не развалиться, попытаться выжить. Стоп, а где я вообще сижу? Ты сидишь вверху. Да, наверху сидишь. Блин, это плохо. Это вы мне головешку снесете, да и все. О, кстати, самолетиком этим управлять достаточно легко. Ну, конечно, управление мышкой тяжеленькое, но я Славика что-то найти. А сколько у тебя жизни, Славик? Ну, наверное, одна. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас стрельните хоть раз по мне. Если он будет прям сейчас, разваливаться ну, дико, да, то хоть тогда да, 2-3. А ты где? Если я крепкий, то можно сложно, и одну. Блин, сложно заходить на него. Не, самолеты легче вертолетов. По-моему, нифига. А где он? Ну, если вы хотите вертолетные погони за роботом Сталином, то есть чтобы они были не на самолетах, а на вертолетах, давайте наберем под этим роликом, ну, лайков 200 где-то так. Подожди, где? Может даже больше. Ну кто у меня врезался? Миша, зачем ты меня ТП? Миша. У меня тебя нету. Есть я. Ты меня нету. Вот. Ты сейчас на дороге? Да, вот я на дороге. Нету тебя! Это лаги. Реально нету это тебя. Это прикрыть. Серега мне левый погон снес. Офигенно, тебе. Вот Серега стреляет в пустоту. Не стреляйте, не стреляйтесь, не врезайте. Стрелялся, сломался просто так. Да серьезно? Да, я в Славика врезался. Давайте еще раз сейчас тогда попробуем. Мы починили Брикрикс, все, погнали. Миша, ты меня видишь теперь? Да, я тебя. Починили Брикрикс. Да. Странно звучит на самом деле. Да нормально. Починили Брикрикс. А вот теперь ты меня видишь? Ну сейчас взлечу на тебя и увижу, наверное. Наверное. Ну потому что Сталин очень большой, очень красивый, 2000 деталей целых. Да, он огромный. Я его вижу. Все, офигеть, у меня в воздухе лагает вообще по жести. Ребята, 2000 деталей, ясный пень. Что лагает. Ой, как фризит-то. А где он, Миша, вообще там? Мне в голову кто-то попал. Ты что делаешь там? Я улетел вообще. А ну вылезай под текстуру, 5 FPS, давай игра, выживай что-нибудь. 8 FPS. Что случилось с вами? Он зато поехался обратно. Смотри на это. Сталин убивает свои магии. Куда ты падаешь? Смотри на эту жесть, у меня 15 FPS вообще. Эй, кто мне врезался? Мне кто-то в молот врезался. В молот? Ну в молоток, да. Я просто упал. 18 FPS, боже. Я сейчас взлечу. У меня вроде пока что все нормально. 30 чем-то. Вот 40. Ты понимаешь, ты просто едешь, так сейчас, вот как сейчас ты просто проваливаешься под землю. 22 FPS, 23. Давайте. Стреляйте по мне. FPS, только не врезайтесь. Вы меня разваливаете, блин. Вы меня хотя бы видите? Что это за жесть? Я по тебе стреляю, короче. О, да, КФ, давай. Куда ты стреляешь? Они стреляют. Ой, стреляют. Там я стреляю. Бы попасть. Я на маленькой высоте, в принципе. Я на маленькой высоте, через кабину пытаюсь в него попасть. Ой, да забор помешал. А, блин. Были бы у вас еще ракеты или бомбы. Что врезался? Ну, Серега, зачем ты переспавнился, блин, где я летел? Ты дурак, что ли? Я за забором заспавнился. А, да? Стоп, я вас слышу, где вы вообще? Как вообще на тебя взлететь? А где ваши самолеты? У меня 7 FPS, алло. А, вон, вижу, мы пропали, Славик. Вижу одного. Что за бред? Ох, с высоты. Куда ты делся? А где он? Что за бред? Он меня лагает. Бля, а где это, Славик? Я не знаю, вот еду. О, я вижу его. Миша, я уже стреляю. Я уже ничего не вижу, знаешь. Ослеп, что ли? О, я вижу его. Боже, офигенный 17 кадров, ребят. Ага. Просто за это дикий лайк. Капец, просто дичайший, блин. Давай. Ой, по мне стреляют. Я стреляю. Да ладно, блин. Там минимальные там повреждения. Ну, конечно. Врежу, особенно когда ты тэпаешься. Если у меня и 20 с чем-то кадров. Ладно, офигенно. Вы пытаетесь меня врезаться. Ой, кто мне в молоток попал? Я, походу. Миша. В голову зачем? Миша сейчас по тебе стрелял.
Зачем в голову? Ай, да шо ж ты, Сталин, так прыгаешь? Чё так прыгаешь? Ау, нет! Да шо ты у нас прыгаешь? Вы видели, что вообще случилось? Нет. Он наехал и перевернулся. Развалился. Я в тебя врезался, потому что... Да, на Миша врезался. Ну ладно, давайте мне еще одну жизнь. Выйду-ка я. Возьму. Да хватит. О, стреляем, стреляем, стреляем. Стрелять. Отобьем. А, давайте тогда постреляемся. Так, остановочка. Давай, выйди. Сейчас криминалс возьму. Ой, мне пойдет сюда переспавниться. О. Подожди. Подожди, дайте полиции. О, не убивайте меня. Читеры, блин. Все, поехали. Читеры. Так вас мочи двое, было. Ау. И шо, это ничего не меняет. Так ты нас по одному разберешь. Ну или не разберешь. Да, одну пулю попади в него, Серег. 40 FPS, кстати. Не лагает вроде. Ну что, я из Сталина вылез. О, из Сталина вылез. А как это интересно вылезаешь? О, ну сзади заспавнится это геройство, конечно, серьезно. Mm-hmm. Приступаем к следующей погоне. Давайте, ребят. Да, поехали. Поехали, ребят. Все, ребятки, буду угонять на Лего Сталине. Давай, да, давай, я уже взлетел. Я уже давным-давно взлетел. Что-то он дам. У меня не хочет ехать. Хотя, не знаю, щадить тебя или не щадить. Я его слышал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не взрезал. Блин, он сам врезался. Я не хотел. Ты мне даже никаких не нанес повреждений. А, ну тогда тебе повезло. Пусть он сам звенит. Я вообще, я еду вообще у вас или нет? Да, едешь. Да, едешь. А тут что-то как-то у себя я очень калично еду. Ой-ой-ой-ой-ой, ну кто там под ногами меня вошкается? Славик, ну реально, давай. Ой, на меня ты наехал. На тебе. Ой, все. Ты меня раздавил. Славик умер. Миша остался один. У меня бесконечное количество жизни. У него бесконечное жизнь. Нет, у тебя одна жизнь всего лишь. Я загорелся, блин, что делать? Я загорелся. О, нет. О, все. Нет, я переспавнюсь. Ладно, можешь переспавнить. Переспавнивайся. У меня осталась последняя жизнь. Последняя жизнь. Последняя жизнь? Давай тогда взлетим, ну да, и дадим ему фору разогнаться хоть. Ну окей, так я уже... Так он не разгоняется, в общем весь прикол. Так через он shift ускоряйся. Он на месте едет, у меня... Я так должен вроде. До четвертой скорости я повышаю, у меня 14 вот скорость мне всего лишь. И все? Да. Офигеть. Он мне вообще не хочет, он только у меня на месте руки свои крутит и все. Альт отожми. Альт, может, реально отожми. Нет, наоборот, это потому что у меня мало FPS. Ай-яй-яй-яй-яй. Офигеть, вот это эпик просто. О, какой взрыв, у меня так FPS пустил. Са, у него пол руки нет. Вы меня разломали. И ты сломался. Так, давай, Серёг, последний раз переспавнивайся. Давай, последний раз переспавнивайся. Я вынужден вас наказать. Неправда. Я просто вынужден это сделать. Сейчас увидите. Стрелять по нам будешь? Это опасно. Блин, а чё вы ТП хотите? Оу, как FPS просел. Я всех просто уничтожу. Да-да-да, FPS жестко просел. Ай, ну нахрен. Короче, скачусь. Минус Славка. Пошел нафиг. Тут все взрывается, взрывы, эпик. Блин, море взрывов, море эпика. Эй, ем. Кто переспавнивается, а, Серега? Я не знаю, Миша нам переспавнивается. Эй-эй-эй, со своим автоматиком там. Поаккуратнее. Я возьму криминалс. О, я полетел, детка, вот Каев. Каев, Миша, спасай меня. Ты простреливаешь. Я умею. Миша, спасай его, Миша, спасай его. Где? Тут же все, ох, он меня убил. Приступаем к следующей самолетной погоне, поехали. Осторожно, я упал, ну ладно, давайте, ребятки, поехали. Итак, ребята, я взял Сталина, короче, давайте, ребят, догоняйте меня. Да уже. Мы тебя уже перегоняем, Миша. Давайте у меня чисто врезаться будете, хотя нет. Это плохая идея. Миша. Не давай, хорошо. Миша. На! Что за хрень? О! Офигеть, что ты там крутишь, Миша? Блин, ты не умеешь. Он не особо крутит. Он на передних колесах едет. Ну его. О, как я начал колбасить! Что с моим FPS-ом? У меня жестко колбасит. У меня нормально все. Ну, у нас он летает, знаешь так. Ну да, 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 да. Ну смотрите, как я далеко. Серега! Ну Славик, ты дурак, что ли? Куда ты полетел? Какие там сантухи ты крутишь? Ё-моё! Посмотрите, выпуск 10 FPS. Это эпик просто. У меня тоже, кстати, 10 FPS. Кто же дальше из нас проедет? Славик, я или Серега? Ай, чё у меня FPS начал проседать? Чё с Мишей? Ну я точно дальше проеду. У меня 20 FPS. Смотрите, я уже точно дальше. У меня 7 FPS, 10 FPS. Да-да-да. У меня 8. 9, 10, 11, 9, 14. То же самое было, Славик. Как лететь, ребят? Лететь? Он провалился. Миша, переспавнись. Окей. Миша, переспавнись. О, 14, 13. 16, 17. О, нормализовался.
на 20. Серьезно? Да. Ну да, Миша. Давай, разгоняйся. Чертовка, да? Давай, чертовка! Ой, Миша, снова! Нет, нифига себе! Кстати, я переспавнился, у меня скорость намного хуже стала. Да такая же хрень была. На! Было 70-80. Как я мимо пролетел? Что с моим самолетом, вот посмотрите? Бывает. О, ФПС нормализовался. О, я ему руку отломил. Да в смысле скорость 15? Отвалил. У меня же было до 80. Вот, Миша, у меня тоже разгонялся до 80. Это значит, Миша, ты лагаешь. У тебя нет, переспавнился когда. Я когда именно переспавнился, такая фигня. И начал лагать, Миша, у меня такая же хрень была. Так нет, да у вас еще до этого лагало. У меня не лагало. У меня скорость 80 была. На тебя, Миша. У меня постоянно нормальная скорость. О, о. Так я что, врезался, что он творит? Миша, о! О, скорость 50-60 км. Нифига себе. Он меня просто взял, убил. Скорости придали. Убил? Ты меня вообще просто в воздух врезался, Славик. В воздух на меня врезался. Вот все. Нифига ты меня зацепил. Ну ты дурак вообще. Нормуль. Ничего с тобой не случится. Нормально, ребята, нормально. Ай, лагаешь, Миша, это что ж ты делаешь? Ай, лагаю я. Ты тпхнулся у меня. Ты у меня тоже попал. Он вылез как этот, как в «Пиратах Карибского моря» корабль из-под этого. Давайте постреляемся лучше. Миша, вылазь. Сам по себе развалился. Вылазь лучше. Нет. Давай постреляемся. Миша, да, давай, Миша, вылазь. Удалите нахрен этого Сталина. Нет. Нет, дальше двигаемся, дальше, к новым победам. Давай, Миша, если мы в тебя хоть раз врезаемся, то все, в принципе, уже. Нет. Капец, он лагает. Давай, Миша, на нафиг тебе. Миша, реально, Миша, удаляй все, его, Миша. Нафиг надо. Лагает дико. На! Как голову уж попал. Что с ФПСом просто, капец? Как его заколбасило жестко. Давай постреляемся. Давайте. Миша, давай постреляем. Ой, я с высоты упал. А, 33 хп, подожди, переспавнись. Боже мой, ФПС нормализовался. Перестало лагать. В смысле? В смысле ты с автоматом? А, не точно. Ладно, в принципе, на этом все. Вот такая вот сегодня получилась упоротая лаганная серия, но мы не виноваты, это все робот Сталин. Давай Славика убьем, Эй, Серега, мы вместе с тобой заодно вообще-то. Я знаю, я и так я против. Миша, что у тебя автомат? Меня будут убивать. Миша, откуда у тебя автомат? У нас уже пистолеты с Славиком. Ну, я из Сталина из жопы, короче, взял. Автомат. Там были, да, автоматы. Серег, ты Серега попасть не можешь. Уже могу. Все, давайте, ребят, тогда прощаться. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Все. Мегаджамп, слайк мастер ГРЗ. Всем удачи и всем пока. Убейте меня. Пока-пока. Все, ребят, пока-пока. Пока-пока.